Здравствуйте. Когда инспектор придет для проверки, Сергей Баландин даже не предполагает. Парень отбывает наказание, не связанное с лишением свободы. Главная его задача – вести трезвый образ жизни, не нарушать общественный порядок, а после работы сразу домой. И главное, позже 8 ни шагу из дома. Сергей осужден по 178 статье – грабеж. Был трудный момент, и нужны были деньги. Выпил, хорошо выпил, немало, так можно сказать, да, скажем прямо. И пошел на преступление. Неосознанно, правда, ну, что же делать, так получилось. Или когда ты ходишь спокойно уже, или ты каждый день ждешь, что тебе придут с проверкой, там, что-то. Ну, с другой стороны, это тоже как-то для меня стимулирует, допустим, даже то же самое. Я не выпью лишний раз уже, я воздерживаюсь уже, вот, не могу выпить. Только за один день проведения профилактических мероприятий «Условник» по Энбекшинскому району выявлено 2 нарушителя. Осужденные, отбывающие наказание, не связанное с лишением свободы, совершили нарушение административного порядка. Распивали спиртные напитки в общественных местах. Сотрудниками полиции составлены на них протоколы. Далее материалы пойдут в суд. Заменить вид наказания ограничения свободы на лишение свободы. Во время правопорядка мы проводим проверку по месту жительства осужденных, не связанных с лишением свободы, по месту жительства, по месту работы. Контролируем, чтобы они действительно находились на работе и в вечернее время находились. Один из видов наказания, не связанный с лишением свободы, является ограничение свободы. Родные и близкие осужденных, отбывающие нарушения, не связанные с лишением свободы, как могут, помогают. Беседуют с ребятами и пытаются направить их на путь исправления. Однако настает такой момент, когда у родственников кончается терпение. И кроме как наказания в виде лишения свободы, для своего родственника они не видят. Хорошего психолога, наверное, надо. Ну и я не знаю, придерживать их как-то, я не знаю, тоже надо какой-то срок дать, чтобы они отошли от этого. Ну как, я говорю, я его вообще бы хотел, да уже давно бы закрыть его, если честно, да. У меня уже было такое мнение один раз его закрыть. Но у него не было удостоверения, дело в суд отдали. Республиканские профилактические мероприятия пройдут до 22 июня. Для тех граждан, кто будет злостно уклоняться от несения наказания, будут применены меры. И для них, кто злоупотребляет своими правами, решетка может стать родным домом.